Всем здравствуйте, всем добрый вечер, с вами Ньюта, вы смотрите мой влог, и сейчас по вашим заявкам я запишу реакцию на клип певицы Луна. Бутылочка. Все время хочу сказать батарея. Бутылочка, внимание на экраны. Я молчу, потому что не хочется отрываться. Так атмосферно и как-то магически завораживает очень. Как приятно слышать, что человек говорит слово «надевай свои очки», а не «одевай». Я как понимаю, это украинцы снимали, да? Это украинская группа вообще? Ты знаешь, что мы делаем, Ника? Мне кажется, это украинка, потому что Егор писал, по-моему, это украинская. Ну, в очередной раз, как бы, качество супер и на несколько шагов впереди всего остального. Такой стрит-арт, такие улицы приятные. Класс, мне очень нравится. Я не могу ничего сказать даже, просто оно очень круто. Эту песню хочется двигаться, заниматься сексом. Под эту песню хочется окунуться в себя и раствориться где-то в пространстве. Не раздражают пляшущие люди, не раздражают трясущиеся части тела. Это как-то тебе хочется тоже этого делать. Причем не просто подражая, а как-то вот потому, что это одна волна, это одна магия. Здорово! Модельки такие, андрогенные, класс. Такой транс-поп. Мне нравится, правда нравится. Что-то я, почему я не раньше не слышала? На этом все. Слушайте, ну просто реально очень хорошая, качественная работа, атмосферно, еще раз повторюсь, очень магически, не атмосферно, магически она тебя завораживает. Очень современно, современно в каком вопросе, современно для людей, для молодежи, которая считает себя элитой, ставит себя особняком и, наверное, хочет вернуться к океану, к первозданному базису своего сознания. Я желаю только удачи этому прекрасному человеку, потому что действительно прям достойная вещь. Обязательно посмотрю все остальные клипы, послушаю ее альбом. Реально очень здорово. Мне даже слов нету ничего, там какие-то куски вставлять. Это правда круто. Очень мне понравилось. Для тех, кто имеет альтернативное мнение о том, что таким образом она пропагандирует рейвное течение андеграундной тусовки молодежи, хочу сказать следующее, что такая молодежь существовала всегда. Всегда была прослойка населения, которая была под кайфом. И где-то пряталась, и где-то дрыгалась. Это было абсолютно всегда. И раньше это было вовсе на всеобщем обозрении, потому что, наоборот, не какие-то закрытые вещи, а даже властелины этого мира имели наглость пирствовать на весь мир и устраивать оргии.
А хочу сказать, что если сравнивать с группой «Грибы», которая тоже немножечко в этом направлении, только с другой стороны, да, она в такая луна, она говорит о каком-то, какой-то атмосфере, да, а «Грибы» же, они как бы к земле ближе, то есть такие материалисты больше, а луна, конечно же, эстетически более привлекательная, потому что... Ну и что, что рейв? Ну, рейв уже давно в моде. А мы носим балахоны, бесформенную одежду с капюшонами, татуируем себе шею. Это уже давно. Это уже переросло не просто в тренд, а уже никого не удивишь, как бородатыми мужчинами. Поэтому мое мнение о том, что... Ну, я считаю, что такое может говорить только законсервированный Советского Союза человек. Кстати, если у вас действительно есть альтернативное мнение, вы можете писать в комментарии, мы это с вами обсудим, потому что, честно говоря, мне даже странно, что есть какое-то вот такое вот мнение о том, что она как-то пропагандирует какой-то разврат молодежи, разврат молодого общества. Мне даже интересно, если кто-то тоже так думает, напишите ваше мнение, только развернуто, да, чтобы это было лаконично, а не просто «это разврат» и «вилы-факелы». Вот, с вами была Нюта. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, а также заходите в наши группы на Фейсбуке и ВКонтакте, подписывайтесь на нас в Инстаграме, смотрите другие видео на экране. И по скриптум, если возможно, пишите еще в комментариях, какие клипы вы хотите, чтобы были мной рецензированы, или, может быть, какие-то артисты, обзор на которых я тоже бы сделала. До встречи! Дай пять.